хоккеисты Челябинского трактора принимают сегодня московское «Динамо». Сразу же активно челябинцы начинают этот матч. Но первый на шайбе сейчас Михаил Чайковский оказался. Но шайба у трактора. Пас из-за ворот. Бросок. И что там? Разводят руки. Арбитр в штангу. Похоже, шайба попадает. И попытках у соперника челябинцы в этом сезоне в меньшинстве. Удастся ли взломать оборону сейчас динамовцам? Смотрим. И как спокойно дают Петерсону вылезти на ворота. Нет, все-таки Демченко. Как трактор 3 в 1 бежит фактически. Момент Бочаров. И второе добивание вновь Иван Надежин. На последнем рубеже у Динамо. Убегали. Убегали сейчас очень здорово. Но динамовцы здорово выходят в атаку. Бросок из-под защитника Андре Петерсона. Это было неприятно. Удается в итоге оставить шайбу в чужой зоне трактора. На флажке пытаются что-то сделать. Бросок поворотом и Бочаров. Как он сыграл в этом моменте. И вот у Динамо шанс. Здорово и попадает. Надо было бы Яшкину, и был бы гол. Вот этот пас. Ага, это суперсейв Василия Демченко. Ой, 3 в 1. И гол. Трактор открывает счет матча 1-0. Все-таки забивают челябинцы. Да, ну у динамовцев сейчас опять была полная анархия в обороне. Динамовцы выходят из своей зоны. И вот хорошая быстрая контратака. Шипачев сам не стал бросать. Проходит пас назад. И шайба скачет. Просочилась она между щитков Демченко. Но не успевает ее там в пустые ворота занести. Как тачдаун Шипачев. 6 игр уже было у трактора здесь, на арене трактора. И какое спасение Демченко! Феноменальный сейв. Так вот, 6 игр, 1 победа, всего лишь и 5 поражений. Еще момент. Еще бросок от Индрашеса и аплодисменты. Как на пленуме ЦК КПСС. Бурные продолжительные аплодисменты Василию Демченко. Около 13,5 минут у динамовцев на то, чтобы спастись в этом матче. Ой, здорово! Какая пауза! И все-таки гол! Все-таки гол забивают челябинцы 2-0. С первой попытки не получилось это сделать у Ярослава Косова, но в итоге все-таки шайбу он отправляет в ворота Динамо 2-0. Ой, попали! Попали динамовцы, пробивают они Василия Демченко. И счет становится 2-1. Киетанина и 7-й Чайковский, 2-2. 2-2, посмотрите, как все перевернулось в Челябинске. Динамовцы очень мощно проводят эти минуты и сравнивают счет. Вот тут челябинцы проснулись. Здорово! И гол!
И гол 3-2. Вот это Косов, а! Спасибо.